Приветствую, дорогой друг, ты на канале Semant SVO, меня зовут Илья. В этом видео я хотел сделать обзор на новый фитинг от Barrow для жестких трубок. Но так как об одном фитинге мало что можно рассказать, я решил сделать общее видео, посвященное фитингам для жестких трубок. С помощью данных фитингов можно создавать красивые симметричные контуры с акриловых трубок или стеклянных трубок. В отличие от классических фитингов, данный тип фитинга обжимает трубку только с внешней стороны. Как и для классических трубок, есть разные диаметры. Например, Barrow производит три разных диаметра под трубку внешним диаметром 12 мм, 14 и 16 мм. Альфа-Кул, например, выпускает под 13 мм внешним диаметром трубки. У меня на столе три варианта фитингов от Barrow. Начнем мы с самого простого. Данный тип фитинга имеет две внутренние прокладки, которые обжимают трубку. И рассчитан на то, что будет установлен в местах, где трубка не сможет двигаться вперед-назад. Это, например, может быть изогнутое колено какое-то или прямая трубка. То есть назад-вперед она не двигается, она имеет небольшой зазор и она не выскочит с данного фитинга. Плюсы данного фитинга в том, что он довольно компактный, этот фитинг, и смотрится очень изящно, не грубо. Следующий тип фитинга отличается наличием гайки и третьим уплотнительным кольцом, который повышает надежность вашего контура и уменьшает вероятность протечки. В комплектации от Barrow идет дополнительное уплотнительное кольцо. И последний фитинг, на который я, собственно, собирался делать обзор. На гайке появилась надпись Barrow 4, цифра соответствует количеству уплотнительных колец и сам фитинг стал немножко выше за предыдущего своего собрата, а за первый фитинг без гайки он почти в два раза выше. В остальном дизайн не поменялся, накатка того же формата и даже диаметр сохранен. Можно даже гайки поменять местами. С последними фитингами можно уверенно браться за любой сложности контур и не переживать, что у вас где-то что-то протечет. Если вы давно думали поменять свои ПВХ трубки на акриловые, то присмотритесь к данному типу фитингов. Спасибо, что досмотрел данное видео до конца. Если тебе оно понравилось, не забудь подписаться на канал, поставить лайк. И до новых видео. С тобой был магазин Semant. Меня зовут Илья. Пока.